С 26 сентября в нашей области идет вакцинация девочек против ВПЧ. Это позволит предотвратить распространение инфекции, которая может привести к раку шейки матки. Научно доказано, что основной причиной развития рака шейки матки является вирус папилломы человека. Защититься от него помогает вакцинация. В область Абая уже доставлено 4700 доз четырехвалентной вакцины Гардасил, производства компании Merck Sharp и Доум США, для первого этапа вакцинации. В области планируется вакцинировать более 4500 девочек до 11 лет. Вакцинация проводится бесплатно в медицинских прививочных кабинетах школ только после получения информированного согласия родителей и тщательного осмотра врачом. В рамках плановой вакцинации в нашей области планируется охватить 4791 девочку в возрасте 11 лет. Наш департамент проводит ежедневный мониторинг вакцинации против вируса папилломы человека. По его результатам на сегодняшний день привито 1164 девочки. Из них 901 ребенок – это планово привитые девочки до 11 лет, а остальные 164 с 12 по 13 лет, которые привиты в рамках дополнительной иммунизации. Вакцина против вируса папилломы человека используется с 2006 года в 135 странах мира, включая страны Европы, США, Великобританию и Канаду. В нескольких странах распространенность этой инфекции среди женщин снизилась до 90% именно благодаря вакцинации. Дочь главного внештатного онколога области Абай также сегодня получила первую дозу вакцины. Девочке 11 лет. Вакцинация против вируса папилломы человека производится дважды с интервалом в 6 месяцев. Вакцина вводится в дельтовидную мышцу плеча в дозе 0,5 мл. В 2008 году еще немецкий ученый Харальд Цурхаузен получил Нобелевскую премию за то, что его лаборатория доказала, что этиологическим фактором развития рака шейки матки является вирус папилломы человека. То есть это фактически на сегодняшний день единственная локализация раков, которую мы можем предотвратить. Никакой другой рак мы не можем предотвратить. Ни рак легкого, ни рак молочной железы. И если проводить все мероприятия, связанные с борьбой против рака шейки матки, первое – это скрининг, второе – это ВПЧ-инфекция, мы можем лет через 20 получить ноль заболеваемости этой патологии. Стоит отметить, что вакцинация от ВПЧ включена в казахстанский национальный календарь профилактических прививок. Рак шейки матки является второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет в Казахстане. Вакцина является способом ликвидации болезни. Вакцина против вируса папилломы человека доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне. Султан Жаламанов, Малика Мухтарова, Нурлан Розалин, телеканал «Семей».